«Молодежка» – сериал не про хоккей. Он про дружбу. Саня, у тебя проблема? Да может и проблема. Про чувства. Оль, я вас очень люблю. Про соперничество. Слушай, я не знаю, где ты там раньше скакал, но это не значит, что ты самая крутая. Про выбор. Ты хоккеист, делаешь все правильно. Про семью. Надо налить. Коля, завтра! Чаю! Зоя, у тебя одно на уме. И, конечно, про мужчин, которые играют в хоккей. Иногда слишком смелых. Я тебя спрашиваю, ты мне что тогда сказала? Руки уберите, девушке больно. Ну, пойдем, выйдем, поболтаем. «Молодежка». Новый сезон. Противостояние. 17 октября в 20:00 на СТС.